Здравствуйте, друзья! Вот мы опять с вами встретились на моей кухне. Сегодня я хочу приготовить очень быстрые творожные трубочки. Вот мне это и понравилось в этом рецепте, что все очень быстро и отсутствие яиц. И такой простенький вкусный рецепт. Сейчас я вам все покажу. 200 грамм вилочкой разминаем вместе с сливочным маслом и солью. Солью щепоточка. А масло у меня, ну, грамм 60. Стеляем тесто на две половинки и каждую половинку раскатываем на тонкий пласт. И наш прямоугольничек посыпаем сахаром и кокосовой стружкой. И сворачиваем трубочкой. Ой, что такое? Ну, я думаю, что сахара мало не бывает. То есть много не бывает. Чтобы были сладенькие трубочки, пусть его будет побольше. Ну, вот как-то так. Вот такую колбаску мы разрезаем на такие фрагментики. И выкладываем на листик. И ставим запекать при температуре 180 градусов на 20 минут. Посмотрите, какие чудесные рулетики у меня получились. Очень сладкие, нежные, воздушные. Я вот еще, наверное, притрушу их сахарной пудрой. Очень быстро готовятся. Если вас заинтересовал мой рецепт, пробуйте, готовьте. Смотрите мои видео, еще будет очень много интересного. До свидания, друзья.